Всем привет, мои хорошие, с вами Акимели, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У меня уже было видео с мороженым, и оно вам очень понравилось. Сегодня я решила опять снять с мороженым, просто уже будет 5 других видов мороженого. В прошлый раз я съела все 5, в этот раз, честно, я не знаю, смогу ли я все съесть, но вот про Баунти, когда я показала в инстаграме, мне все сказали, что он совершенно невкусный, поэтому давайте начнем с него. Также здесь Сникерс вот первый, KitKat, M&M's и Oreo. Oreo в ужасном состоянии. Почему-то, когда я положила в морозилку все мороженое, мама или кто-то положил еще сверху этого пакета еще мясо, и получилось, что вот он в таком вот состоянии. Но самое главное, что он вкусный. И давайте приступим. Первое — это Баунти. Очень сладкие. Очень похож на Баунти. На шоколадку. Вкуснотища. Я люблю кушать мороженое прям вот холодным. Когда мороженое в полурастаявшем виде, я не люблю. Что сегодня произошло? Я сделала макияж. И слышу такие крики внизу. Просто как будто кого-то режут. А у нас комендантский час, из дома выходить нельзя. Все везде закрыто. Все рестораны, все кафе. Абсолютно все закрыто. Даже аптеки. И у нас внизу был такой небольшой, знаете, супермаркет. Оказывается, он решил торговать в момент, когда везде все закрыто. А у нас ужасные штрафы за это. И получается, их поймали. И они сопротивлялись и так далее. Дальше M&M's. Как вкусно, ребят, очень вкусно. Новый маникюрчик. Сегодня еще снимали для вас влог. Надеюсь, что до завтра его досниму и выложу. И немного поотвечаю на ваши вопросы. Какое твое любимое мороженое? Не знаю даже. Баунти. Он слишком сладкий. Я не люблю, когда настолько сладкий. M&M's круто.
После того, как я в Инстаграме выложила фотографию с парнем, очень много вопросов именно касательно него. Каждая вторая спрашивает, как вы познакомились. Девчонки, на этот счет есть вообще есть отдельное видео, как я все рассказываю, как мы познакомились, что, как, почем. Поэтому переходите и смотрите видео. Киткат. Крутое мороженое. Ори уже тает. Нужно быстрее есть. Завтра уже везде все работает. Закажу себе роллы. А во вторник будем снимать для вас новое видео с Фати. Дальше у нас сникерс. Тут внутри такой джем. И так и супер сладкий, еще внутри джем. Последний Орео, который превратился в лепешечку просто. Какой он вкусный. Просто уже сладкий. Могу абсолютно искренне сказать, что я ничуть себя не заставляла. Это было очень вкусно. Просто говорить и есть было немножко неудобно, поэтому я просто ела и наслаждалась мороженым. Что касается всех, я могу сказать, что самый вкусный, но по мне, это M&M's. Баунти классный, но просто слишком сладкий, как будто вы кушаете шоколадку. Орео обалденные. Сникерс мне не понравился. Знаете, одно дело сладкие и вкусные, например, как Орео, а другое дело приторно-сладкие, как Сникерс. Опять же, выбор за вами. Я вам рекомендую попробовать все. Но мой фаворит Орео и M&M's. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!